Итак, в субботу мы приехали. Мы пришли на пляж. Тут очень классный воздух, шум прибоя, тишина, покой. Посмотрите, какое небо голубое. И на пляже мы обнаружили очень красивые картины. Картины из камней. Вот кто-то сидит дома и ноет о том, что типа вот, там все плохо, все плохо, все плохо. А кто-то занимается, выкладывает такие большие сердца. Там домик, там инь-янь, замечательный дельфин. Да, и вот это вот все такое получается здесь действительно классное, потому что получается у нас здесь в Батуми море, чистый воздух, такой релакс с этими камнями, абсолютная безлюдность на пляже вот сейчас, да, то есть можно подумать, поразмыслить. Время собирать камни, как говорят. Поэтому, друзья мои, не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Карантин заканчивается. Плохое настроение заканчивается. Все. То есть после любой тучи, после любой грозы появляются лучи солнца, появляется, скажем, такой... Тучи расходятся и появляется солнечная хорошая погода. Поэтому я желаю вам такой же солнечной погоды, которая обязательно настанет, она будет. Ей просто некуда деваться. Всем удачи, держитесь. Ну я еще поснимаю эти поближе. Нормально сказал? Отлично.